Все знают, что компьютерные игры – это наркотик, и родители покупают детям компьютеры, им дают в пользование, а потом звонят и спрашивают, что делать, чтобы ребенка... Ну да, и в церковь приходят, и все. То есть получается, что родители своими руками подсаживают, конечно, на это все детей? Конечно. Ну, тогда... Так нет, а вообще в воспитании очень часто родители оказывают своим детям медвежью услугу, потому что действуют по принципу, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Но он просит. И это такой для родителей аргумент, лишь бы отстал. Так не должно быть, конечно. Не, ну, ребенок приходит из школы и говорит, ну у всех есть планшеты, только у меня нету. Надо мной уже смеются. Ну на, пусть у тебя тоже будет. Ты только не играй, ты только смотри там всякие гадости. Нет, отец, как это бывает, я знаю. Так сказать, не рви мое сердце на части. Ой, батюшка, уж очень часто просто эти вопросы приходится выслушивать. Мы же в 5 метрах друг от друга на исповеди стоим.